Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в городском округе Люберцы. Жители задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Какие обращения поступили от люберчан, расскажем в сюжете. Встречи в формате выездной администрации помогают жителям быстрее решать вопросы, а также рассказать о своих идеях мероприятий и улучшения территорий. Так, жительница ЖК «Самолет» Евгения Шкаликова пришла с предложением организации выставки фотографий. Мы организовали фотоклуб, в котором мы помогаем мамам не только в декрете, но и в принципе мамам не выгорать, помогаем находить себя. Мы хотим организовать фотовыставку, чтобы другие смогли узнать, что мы делаем, поделиться нашими достижениями. Все обращения оперативно берут в работу. В каждом подразделении администрации на некоторые вопросы лично отвечал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Идея с фотовыставкой решено поддержать. Соответственно, можно вот в следующий месяц выбрать или там через месяц как бы определить. И в помещениях, и на улице. В зиме в Подмосковье можно сделать вообще историю. Максимальное количество жителей заинтересовалось. Может быть, это потом войдет как бы в традицию. В рамках встречи обсудили развитие новых территорий, строительство социально значимых объектов, комплексное благоустройство дворов и работу общественного транспорта. Узнать о месте и дате проведения следующей встречи можно на официальном сайте администрации или на страницах в соцсетях. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.